Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, безумные мутанты. Так, что у нас тут? Ящик прыгает, видимо, что-то хочет мне дать. Ага, бесплатную ежедневочку с удовольствием получаю. Так, сегодня, ребята, мы попробуем все-таки пройти этого кабана. И для этих целей я взял в свою команду то же самое. Бибоп у меня находится. Ребят, немножечко его прокачал. Единственное, что сейчас будем смотреть, насколько он силен. 20 уровень в данный момент у него. Так, а могу ли я? Да, я могу его еще прокачать побольше. Так, 27 левел. Как думаешь, будет давать встряску врагам? Я думаю, что будет. Так, ну что, здесь мы с тобой забираем наградочки. Так, еще. О, спасибо большое. Ну что, как говорится, с богом. Так, мы будем брать его вместо Монализы, да? Хотел сказать Мондагека. Так, ну, в принципе, ребята, на арене Бибоп показывал такие чудеса, что я действительно решил его поставить в основной состав. Надеюсь, я не прогадаю. Так, убираем Монализу. Где она? Вот. И ставим с тобой... Так, подожди, подожди. Ирма, ты стой на месте. Вот, Бибопчик. Ну что? Тут такой здоровяк, а у нас такой малыш. Ну, посмотрим, друзья мои, что у нас тут получится. Да ладно, блин, даже тут его разбирай. Ну что ты будешь делать? Так, тихо, бросил гранату. Вот, Лео сейчас неплохо звезданул Босяри. Так, мы сейчас одного... Да, мы уже уничтожили с тобой бандита, но тут, видишь, Рокстеди еще бегает, засранец этот. Так, секунду, секунду. У нас пока преимущество, ребята, на поле боя. Единственное, что вот, конечно, этот кабан бросает гранату. Так, минус двоечка у нас уже. И остается один Бибоп. А нас тут сколько? Блин, последний, последний, это Рафаэль. Ребята, он не справится, мне кажется. Не успеет, или успеет? Нет, чуть-чуть, буквально, ребят. Ну, совсем крохи. Блин, что же делать-то? Ну, во-первых, посмотрим с тобой рекламку, чтобы получить награды. И, наверное, все-таки еще прокачаем кого-нибудь. Так, друзья мои, получили награды. Давай-ка мы с тобой немножечко все-таки прокачаемся. Так, и заодно глянем, что здесь можно сделать. Так, смотри-ка. 4000, да, у нас с тобой мутагена. 30 уровень получает, шикарно. Так, а нам нужно с тобой 50-й, да, чтобы открыть следующий скилл. Да, 50-й. Так, может быть, тут что-то можно сделать. Давай-ка, наверное, улучшим чуть-чуть. Все, больше нам недоступно. Так, секунду. Ирма. Ирмочка, давай тоже получай уровень. Ну, я не знаю, друзья, конечно, хотелось бы, чтобы мы сейчас победили. Ну вот, получится ли у нас? Кстати, сколько у нас... Ага, я забираю награду. Не понял я. Это у меня в профиле, что ли, здесь? Наградочка, да, прилетела? Ну, если честно, я не вижу. Так, у нас, кстати, ребята, помните, я спрашивал, что это такое? Это у нас аккумуляторы боев. То есть 15 поединков мы можем с тобой сделать. И как видишь, у меня 2700, ну, скажем так, кубков, да? Из 7000. То есть, если мы с тобой набираем, то мы, видимо, переходим на следующий ранг. Но я тебе скажу следующее, что довольно тяжело там перейти. Подожди, ну тут написано же, получите реверт. А, вот он. Так, друзья мои, получили. А я могу себе позволить... Так, через 43 секунды, друзья мои, будет еще доступен один ящик. Секунду. Мне не показалось, что вот тут такое. Ага. Ну что, давай попробуем кого-нибудь открыть. И это у нас кожеголовые, друзья мои. Кожеголовые, это новиночка, у меня его не было. Но я знаю, что Илья, это хозяин канала Игробум, довольно, как говорится, часто его использует в поединках. Может быть, тоже взять его, а? Не знаю, не знаю. Все-таки я попробую еще, ребята, еще попробую вот сыграть этим составом. Видишь, там чуть-чуть буквально не хватило. Может быть, если нам сейчас немножечко улыбнется удача и везение, может быть, все-таки мы забомбим этого бибопчика и будем уже продвигаться дальше. Так, а я могу?
Ага, я могу даже расстановку поменять. Вот оно что. Это совсем другое дело. Ну-ка, поехали. Так, Леонардо, конечно, опять же взял на себя слишком большую ношу. Хотя, смотри, неплохо он. Одного ушатали. Так, гранату бросает наш Бибоп. Там вертушку делает Лео. Слушай, смотри, как у нас идет хорошо. Остается только Бибоп и Рокстеди. Блин, а у нас сейчас погибнет Донни. Блин, Донателло, да, ребят. Не только Донателло, еще и Бибоп наш отдупился. Так, у нас остается Ирма, Лео и Рафаэль. Если Лео сейчас сделает, ребята, хороший удар, а я сомневаюсь, что он сделает. Ирма одна не справится, ребята. Нет, не справится. Слушай, надо как-то менять нам с тобой состав, но вначале возьмем награды. Ну что, забрали. Давай попробуем, наверное, все-таки кого-то еще вкачать. Тут нам еще награды бесплатные. Ага, спасибо. Так, шикарненько. А у меня хватит? Ну-ка, давай посмотрим. Хватит Бибопа, да, прокачать? Также у нас еще Донателло. Слушай, мне кажется, надо вкладываться все-таки в Лео. У него очень большой дамаг. Ну, с другой стороны, да? На одном Леонардо далеко не уедешь. 37 уровень, нужно 50. Ну что, с богом, попробуем еще разок. Может быть, как-то поставить их немножко по-другому. Ну, Ирма в любом случае должна стоять сзади. Может быть, ее вообще убрать и поставить, предположим, Кожеголового. Ну, Кожеголовый у нас первого уровня. Он никакой силы здесь не имеет. А если я Кейси поставлю вместо Ирмы? Блин, такой соблазн. Ладно, давай попробуем вот так сделать. И вот так. Блин, Донателло сразу ушатают здесь. Эти двое на него нападут. Ну, проверим сейчас. Ну да, видишь, вдвоем они нападают. Ирма, конечно, помогает им здесь, но не особо хорошо. Так, гранату бросил наш Бибоп. Оу-оу-оу, там неплохо отжигаем. Сейчас Лео нифига себе Бибопчику накатил. И опять, ребята, у нас Донателло отдуплился. Леонардо погиб, как ты видишь. Остается опять же Рафаэль и наша Ирма. Слушай, есть, ребята, шанс. Ты посмотри. Остается один Бибоп, 1-1. И да, у нас это получилось. Друзья мои, я сам не верю своим глазам, что у нас тут вышло. Так, и у нас, ребята, опять какой-то комикс. Давай посмотрим, что тут происходит. Ага, Кейси Джонс лично своей клюшкой дал по морде Рокстеди. Так ему и надо. Вот они, ребята, сплотились, правильно, а эти убежали. Так, Донателло опять что-то тут у нас придумал. Какое-то новое изобретение свое. Видимо, хочет его протестить. Ну что же, я очень рад, что у нас получилось, друзья мои, пройти. Так, у меня есть, по-моему, ага, могу немножечко левел апнуть. Но сейчас будет попроще. Сейчас будет попроще, мы с тобой немножечко сейчас подринкаем, побегаем, подеремся. Я, кстати, посмотрел, насколько враг сильнее меня по мощам. Но судя по тому, как разбирает Донателло, наверное, очень сильные противники. Кстати, я все-таки решаюсь, друзья мои, на такой шаг. Убрать Донателло из нашего основного состава и взять, наверное, Кожеголового или же Бакстера Муху. Там уже надо будет определяться ближе к прокачке. Так, отлично. Следующая битва, наверное, да? Хотя, подожди-ка. О, тут наградочки. Забираем наши награды и переходим на следующий бой. Так, а здесь у нас, ну смотри, клан Футовец, консервная банка и плюс Рокстеди, но... По мощам они на 400 единиц, ребят, сильнее получается, да? Это грубо сказано. Сейчас посмотрим, как тут пойдет у нас дело. Ага, тут оказывается две консервные банки. Я вот эту вот не увидел. Слушай, ну, по-моему, неплохо. Рокстеди, конечно, да, сильный. Так, клан Футовец упал. Сейчас мы его, в принципе, должны запинать. Да, у нас это получится. Так, сейчас мы с этой консервной банкой с тобой разберемся. Окей, и все, друзья мои, мы прижучили его.
Ему ничего не осталось, как сдаться. Так, давай-ка посмотрим, сколько у нас с тобой накопилось мутагена. Хватит ли нам с тобой... Ох ты! Это же кто? Это, по-моему, Слэш... Нет, не Слэш. Или Слэш. Не помню, ребята, кто это. Так, Донни. Нет, я все-таки, наверное, Лео буду прокачивать. 40-й уровень. Окей. Может быть, конечно, стоило бы качать кожеголового. Да, следующий мутаген, наверное, будем тратить либо на него, либо на Бакста. Кстати, где у меня Донни? 636. Вот это, я так понимаю, ребята, обозначает мощь, да, данного персонажа. То есть у Донателло столько же, как у Бибопа. Но, в принципе, да. Это 30 уровня, а это 29. В принципе, все логично. Ладно, тогда пускай остается. Ну что, друзья мои, погнали. Будем смотреть. Ага, кожеголовый плюс Бибоп. Два кланфутовца и консервная банка. Я думаю, эти ребята нам будут по плечу. Я сейчас посмотрю, как будет убывать здоровье у кожеголового. Потому что он именно с Бибопом дерется. Так, а что он там бросил? Так, он что-то бросил, ребята, типа капкана и оглушил. Ох, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай этого Бибопчика вражеского уничтожим с тобой. Не пойму. Да, мы его подбили, но вот кожеголовый что-то там сопротивляется. На тебе. Хе-хе-хе. Ну, потеряли только лишь Рафаэля. Следующий бой, друзья мои, следующий бой. Так, ну тут три кланфутовца и консервные банки. Давай, с ними, я думаю, мы легко разберемся. С обычными рядовыми мобами, да, мы очень быстро расправляемся. В отличие от боссов. Хотя, смотри-ка, они тут тоже, как говорится, не простачки. Вон, у Рафаэля сколько здоровья осталось. Молодец, красавчик, сделал такой вот проникающий удар. На! Бибоп там только гранаты разбрасываются налево и направо. Отлично. Так, ну что, заберем, наверное, награды наши. И давай, наверное, мы все-таки с тобой прокачаем чуть-чуть кожеголового. Так, здесь у нас выполнено задание. Опачки. 6000 мутагена. 6000. Ну, где-то у нас, вот он, да? Поехали. На 10 уровне открывается у него новый скилл. Tail Swipe. Угу. Ага, вот, друзья мои. Beer Trap, то есть ловушка. Ловушка у него есть, капкан, он, короче, бросает. Так, ну чуть-чуть не хватило нам до 20 уровня. Ничего страшного, ребята. Экипируем. Ха, мало, конечно, но ладно. Сейчас будем проверять. Я, наверное, все-таки сейчас проверим, ребят, по мощам. Да, кого нам? Оу. Слэш? Или как тебя величать, я уже не помню. Да, ребята, Слэш собственной персоны. Так, давай-ка глянем, что у нас получается. 414 мощей у кожеголового. Слушай, тут невыгодно нам менять пока еще. Так что оставляем этот состав. Поехали, будем смотреть. Ух, Слэш. Что он, интересно, делает? Что он может тут сделать? Ох! Я понял. У него круговая атака. Он переключился на Ирму. Так, так, так. Ирма, ты, главное, не падай. Нет, она одна не справится. Вот, ребята мои, подошли на помощь. Давай, 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 давай. Слышь, этого кумарим, друзья мои. Вот, Лео хорошо сейчас провел комбинацию. Блин, офигеть, у него очень-очень серьезная атака. Вот эта круговая. Наносит много урона. Нам бы его как-то то ли застанить, чтобы он не прыгал, или еще что-то в этом роде. Вот, вот Лео вообще красавчик, конечно, отжигает по полной программе. Мне нельзя его потерять, потому что это основной дамагер у меня. Да давайте этого Слэша добейте, господи, там остался. Есть контакт, друзья мои. Мы все-таки смогли его победить. И это очень круто. Я думаю, что... Будем брать дополнительную награду, а? Заработали, и давай теперь прокачиваться. Опачки, у нас с тобой сундучок готов. И что же нам здесь выпадет? Всего лишь 100 кубков. Ну, зато, ребят, на халяву. Зато на халяву. Так, нам нужно с тобой выиграть 5 PvP битв. Даже не выиграть, а просто сыграть. Прокачать персонажа до 50 уровня. И 5 героев прокачать до 30. У меня всего лишь 3 прокачанных, да?
До 30 уровня. Ой-ой-ой-ой, ну давай, давай начнем кого-нибудь прокачивать. Вот, например, Донателло. Ага, получает 30 уровень. Кто еще у нас там? Рафаэль. Так, можно, в принципе, Ирму попробовать. Ай, не хватит, да? Ну, 28 уровень, уже близко. Осталось совсем чуть-чуть. Да, осталось нам, в принципе, Ирму прокачиваем, и все, задание будет выполнено. Ну что, поехали с тобой на очередной бой. Бакстер Стокман. Точнее, Муха. Бакстер Муха, конечно, ребята, я что-то... Стокман — это у нас Бакстер именно в костюме робота, а это именно Муха. Так что прошу не путать. Ага, Рафаэль, молодец, красавчик. Ты, кстати, заметил, что у него еще есть наверху бронька, вот она. То есть у него вместо жизни вначале тратится броня, вот, которая наверху. И я так понимаю, это дает то ли Ирма. Тихо, вон, видел, кожеголовый бросил свою ловушку под Донателло. И Донателло в данный момент стоит обездвиженный. Так что, в принципе, должно быть неплохо, если прокачать его хорошенечко. Так, а ё-моё. Смотри, насколько они сильнее меня. У них почти 4000 мощей, а у меня 3400. То есть на 600. Ёлки-палки. Причем здесь три босса, так скажем, да, мини-босса. Это Рокстеди, это Кожеголовый и это Бибоп. Где он, Бибоп-то? Вот он, вражеский. Так, пока все целенькие. Видишь, Леонардо опять оглушенный. 100% это Кожеголовый постарался. Но он сейчас упадет. Кожеголовый сейчас должен упасть. Так, упал, и остается Бибоп и Рокстеди. Да ё-моё, да что ж такое-то, а? Ты посмотри, что происходит, ребят. Так, хорошо, Бибопчик готов. Вот теперь переключаемся с тобой на Рокстеди. Давай, ребята, давай, давай, давай. Блин, два персонажа у меня осталось против этого Рокстеди. Красавчик, Раф, красавчик. Давай, 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 давай. Есть, вот они вдвоем, молодцы, справились все-таки с ним. Мне это очень понравилось. Ну, а мы с тобой сейчас немножечко глянем, что у нас тут. Хватит мутагена для прокачки, например, Ирмы. Ирмочка, ты как? Ну, хватит на один разочек пропать ее. А нам нужно еще левел поднять. Ладушки, придется еще подраться. Кстати, тут у нас будет клан Футвис. Ну, я думаю, с ним справимся. Обычно они не такие сильные. Ну, это обычные рядовые мобы. Просто усиленные, так скажем. Ну, согласись, в команде должен быть один из бойцов дальней атаки, как бы поддержки, да? Чтобы пока мои бойцы дерутся в ближнем бою, дальник мог их просто бомбить одного за другим. Вот как делает Ирма. Вообще великолепно у нее получается это. Плюс дамаг у нее офигенный. Вот если бы она еще этим шокером могла бы станить, вообще цены бы ей не было. Так, ну что, давай следующую битву сразу же. Не будем, как говорится, здесь делать перерывы. Ну, враг, конечно, растет в такой прогрессии, именно по силе. Я просто его не успеваю догнать. Как вообще можно его здесь догнать? Я даже вижу, ребята, сколько мы уже начинаем наносить урона. Очень мало. Очень мало. Крохи буквально отнимаем. Вот Лео, конечно, молодец, красавчик. Выжигает по-черному. Так, Ирмочка бомбит. Отлично. У него, кстати, тоже неплохой вот этот шокер, да? Видимо, иммунитета у них нету против магии. И они довольно серьезно получают урон именно от Ирмы. Давай, последнего клан Футовса с тобой завалим. И все равно мы все-таки потеряли Донателло. Да, хотя он у нас довольно неплохо прокачан. Так, я смогу сейчас Ирмочку прокачать? Давай-ка глянем, потому что уже босс на кону. Ирма, да, мы можем ей поднять уровень, ребята, 30-й. Так, и забираем с тобой, наверное, награду. Я попробую еще вот здесь вот кожеголового маленечко прокачать. Так, что нам сделать нужно? Забрать награды, естественно, друзья. Естественно, все это забираем. Ага. Выиграть в PvP, в PvP битве и сыграть. Ну, давай пойдем в PvP, так уж и быть. Сейчас я только что сделаю. Вот здесь подниму уровень. Окей, можно экипировочку надеть. Шикарненько. Так, Донни, а у тебя что? Тоже экипировка, да? Прокачку получил чутко. Где у нас PvP битвы? Это у нас
Так, секундочку. Сезон пас. По-моему, здесь. В общем, нам нужно 5 битв сыграть. И одну из них выиграть. Так что будем пытаться. Ирма будет стоять у меня сзади. Так, кожеголовый. Сколько на 21 уровне? 1,2К. Ого. Слушай, а давай-ка. Так он, если брать против Донателло, просто имба. Так. У Ирмы даже очень мало. Почему-то здесь у Монолизы больше, чем у Ирмы мощей. Видимо, в ПВП как-то здесь немножко по-другому все это считается. Ну ладно, давай посмотрим, как тут пойдут дела у нас. Вражеский Лео сейчас, наверное, мне бибопа, да? Нашинкует. Хотя не успеет, скорее всего. Не успел. Так, Муха тут тоже, ребята, проиграет сейчас. Красава. Рафаэля завалили. И Сплинтера тоже уничтожили. В сухую, ребят, никто у нас даже и не погиб. Так, ну что, мы с тобой первое условие сделали, да? Выиграли. Теперь нужно еще сыграть в 4 боя. ПВПшных именно. Ну-ка. Смотри, мы здесь вообще очень сильны. Ну как очень сильны? Почти на 400 мощей выше нашего оппонента. Так что, я думаю, должны разобрать здесь. Причем на изи. Опа, видел? Ловушку бросил, и Кейси Джонс ловит звездочки над головой. А мы в этот момент, естественно, его бьем. Ай, красиво как получается все. Так, сейчас мы бибопчика с тобой уничтожим. Так, остается у нас Муха, да, Бакстер, и кожеголовый. На тебе, по спине. Так. Все, родной, хотел уже там капкан свой бросить. Слушай, ну 40 кубков мы получили. Потихонечку с тобой двигаемся. Потихонечку. Так, это был у нас второй бой, да? Нам нужно сделать еще 3. Поехали. Такой же по мощам, ребята, оппонент нам достается. Я думаю, никаких проблем не будет. Так, у него Ирма, хотел сказать, Эйприл. Я вот только одного не понял, что вот она все-таки делает. Она обращается с каким-то репортажем, да? Вот, видишь, она там говорит. А что он делает, я так и не понял. Я думал, вначале баф какой-то там или еще что-нибудь, но ничего подобного. Как мы тут хорошо. А ты посмотри, как мы бибопа с тобой зажучили. Вот это вот непонятно что. Видишь, там какие-то знаки вопросов у нас по экрану бегают. Может быть, именно это делает Эйприл? Типа как бы замешательство или что-то в этом роде. Так, ну что, нам остается с тобой сделать еще 2 боя. Что-то враг не растет по своим силам, по мощам. Поэтому будет отгребать тогда по полной программе. Это, как говорится, его уже проблемы. Ага. Так, майки. Практически, ребят, готов Микеланджело. Блин, вот Ирма красава. Бомбит божественно. Хотя, как мы видели, да, по мощам почему-то все равно выигрывает Мона Лиза. Ну вот и все. Да, тут, правда, мы с собой Леонардо потеряли, но это не страшно. 46 кубков заработали. Ну что, последний бой, я так понимаю, нам нужно с тобой сделать или... А, нет. Ну да, ребят, последний бой нужно сделать. Ну что же, давай провернем, так сказать, это дело. Бибучкой, наверное, прокачаю. Чуткарик на 1 уровень и Ирму. А, Ирме тут можно экипировку одеть. Вот. Оки-доки. Поехали. Поехали, друзья мои. Так, а что дает нам сезон пас? А, все, понял, вопросов нету. Сезон пас нам дает дополнительные награды, но это если это будет куплено. Ну, вроде бы как магазин здесь еще не работает. Хотя, почему не работает? Работает, наверное. Я не проверял. Как бы не было нужды. Так, мы... Донателло вражеского застанили с помощью кожеголового. Ну, кожеголового ты видел? У него круговой удар хвостом. Ой-ой-ой-ой, что-то тут, ребят, пошло все как-то не по плану. Кто-то у нас сейчас погибнет. Это будет, как всегда, Леонардо, да? Да, Леонардо упал первым. Правильно, Ирма. Жаль, как говорится, этому Рокстеди. Ну, мы его все, ребята, окружили. Что он тут будет? Ну, он, конечно, пытается выбежать. Смотри, как кожеголового мне подбил. Есть контакт. Вот и все. Выполнили мы с тобой условия.
как говорится, выполнили контракты, и за это мы с тобой забираем награды. Хотя еще можем провести с тобой спокойно 10 боев. Давай тут заберем. Так, и нам нужно с тобой прокачать вот основное задание, да, прокачать героя до 50 уровня. Окей, кстати, подожди-ка, у нас сколько накопилось с тобой на сундучок? Подожди, какой сундучок? Вот здесь вот. Хватает. Давай-ка проверим, кто нам выпадет. Это Микеланджело. Дин-дин-дин-дин. Подожди, а у меня майки не было, что ли? Разве у меня майки не было? Ё-моё, как же так-то? Очнулся, прозрел. Блин, как вот это вот долго копится, а, друзья мои? Может быть, где-то это можно зарабатывать по-серьезному? А то мне только выпадают обычные герои. Так, что у нас тут? Да, друзья мои, Микеланджело только сейчас появился в моей команде. Как ни странно. Я даже, честно говоря, и забыл про него. Как вот я мог, да, ребят, забыть про Микеланджело? Ну что, отправляемся на босса. Попробуем сейчас забомбить этого кланфутовца. Ниндзюна, клана ноги. А, это даже, ну да, фут-солдат. Солдат ноги, поехали. Я, кстати, по мощам там не посмотрел, что у нас выходит. Ну, тут, ого. Слушай, Донни что-то быстро разбирает. Так, конечно же, помогает Рафаэль. Тихо. Блин, да что ж такое-то? Надо и правильно, эти банки нужно валить. Слушай, все. Тут остается, этого забомбили. И остается у нас. Да блин. Будешь ты дуплеться или нет? А чё? Правильно, Ерма. Завали, есть. Ты прикинь, у нее осталось очень мало здоровья, но она все-таки успела выпустить свой этот электрический шар. Ну, а мы заберем награды. Вот так вот, 4000 мутагена. Слушай, давай-ка, наверное, прокачаемся чуть-чуть. Если у нас основное задание, ребята, прокачать нашего персонажа до 50 уровня, естественно, нужно к этому стремиться. И это будет у нас Леонардо. Да, очень много он требует мутагена для прокачки. Очень много. Не напасемся мы таким макаром. Ну что, до следующего босса, я думаю, мы с тобой добежим. Как вот эти вот ивенты делать, а? Турбо-клэш, вот что такое турбо-клэш? Сыграть просто на арене или что? Экономический эвент. А, ну это понятно, ребята, это вот награды. В данный момент я нахожусь... В каком, блин, ранке? От 16 до 50, да, ты получаешь 8 часов... 8, короче, тебе дают награду 8-часовую, то есть удвоенный мусор, что ли. 800 вот этих вот кубков. И 8 часов умножения на мутаген, на прибавку. Но это на данный момент. 5 дней еще будет, почти 6 идти этот эвент. Так что мы можем успеть много чего здесь сделать. А вот это что такое? Непонятно тоже. На ранге я нахожусь в данном... Ой, ё-моё, на 75-м. На 75-м месте. Трындец. Вот тут тиры. Это у меня получается какой? Я, если 75-й, я вхожу вот сюда, да? В 5-й ранг. Ну да, так и получается. 8 часов этого, 8 часов этого. И меня не устраивает. Мне нужно подниматься выше. Ну, естественно, мы с тобой будем играть... Это все за кадром, да? Хотя пиши в комментариях, интересно ли тебе, как я буду драться на арене. Если да, то, конечно, будем снимать все. Ё-моё, слэш тут, ты серьезно? Но он, правда, как обычный моб. Нифига себе, как обычный моб. Воу, ты посмотри, как он нашинковывает моего бибопа. Ты просто полюбуйся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут, конечно... Трындец, друзья мои. Посмотри, что вытворяет. Эту банку уничтожим или нет, а? Мешается она здесь. Блин, он перепрыгнул, да, ко мне, слэш? Нет, мы его должны зафигачить, да, ребята? Получилось отлично. Великолепно просто-напросто. Следующий бой, сразу же. Без всяких, ребят, промедлений. Практически то же самое, да? Консервные банки плюс слэш.
против Слэша, вот кажется, вот если бы он был один, кожеголовый здесь идеально подходил бы. Знаешь почему? Потому что он станет. Он бросает свой капкан, свою ловушку, да? И враг просто ничего не может сделать. И вот в этот момент он бы получал колоссальное количество дамага и, соответственно, отдуплялся бы. Но для этого нам нужно с тобой прокачивать кожеголового. Вот я теперь думаю, вложиться ли в него по мутагену, или же все-таки нам Леонардо прокачать до 50 уровня. Вот как ты думаешь, что лучше? Так, ну пока силы врагов стоят на одном уровне, это терпимо. Тут тем более вообще на изи. Тут солдат футовец и консервные банки. Жестяные вот эти вот роботы. Так, Донни опять что-то там, да, взгрустнул. А, он хильнулся чуть-чуть. Правда, его отхил тут не особо хорошо помогает. Да это не важно. Но все равно, ребята, Донателло отдуплился. Дай-ка я выйду. Выйду и кое-что посмотрю. Хватит ли нам с тобой... Кстати, сейчас будет босяра уже. Уже будет босс. Лео, сколько у тебя там? Блин, еще 7 уровней. Еще 7 уровней, друзья. Ну, долго я ничего не мог сказать. Давай вот тут, наверное, тоже прокачаем. Прокачка здесь не такая быстрая, но это, в принципе, и правильно. Иначе мы бы там с тобой уже фиг знает куда бы улетели бы. А здесь, значит, кожеголовый, Бакстер Муха, клан Футовец и две консервные банки. Посмотрим сейчас, как тут пойдет все. Так, Лео делает удар, но он не добивает, ребят, клан Футовца. Вот сейчас вот мы его ушатали. Ай, прекрасно Ирма сделала, прекрасно просто свой бросок. Рафаэль, естественно, Муху со спины, блин, он переключился. Но он один остался, поэтому мы его сейчас тут прижучим. Есть контакт. И, как всегда, погибает у меня Донателло. Да что ж ты будешь делать? Ну что, друзья мои, сейчас вроде бы как босс. Фуд-солдат. Давай проверим. Он один, надеюсь, будет? Их тут трое. И силенки-то уже, друзья мои, почти на... тыщенку они меня опережают, грубо говоря, да? На тыщенку. Это уже ощутимая разница. Сейчас мы проверим. Донни опять, ребят, пасует. Видишь, сколько у него хп осталось. Его очень быстро вырубят. Трындец какой-то тут происходит у нас с тобой. Посмотри. А, там еще и муха навозная бомбит. Я думаю, что там такое? Так, ну муха все, ребята, свою отпрыгалась. И остается основной босс. Так. Давай, Ирмочка, выручай. Блин, ребята, по-моему, победушка будет за нами. Да. Шикарно просто. Ух ты. Что-то мы с тобой получили. Видимо, новое, ребята, здание. Давай-ка посмотрим, что это такое. Клан-холл. Строим. Оу. А это что такое? Принять, принять. А, так это же, это, ребята, это кланы. Это кланы. А вот я могу сюда зайти? Не пойму я. Или это я просто заявку даю сейчас в данный момент? Application pending. Наверное, я как бы бросил заявочку, да? И они там будут уже рассматривать, стоит тебя взять или нет. Также можно тут создать свой. Интересно, что за это потребуется? Ну, давай, предположим, свой сделаем. Как его только назовем, а? Вот, вот с названием ребят кланов я не знаю. Может быть, вы что-нибудь мне напишите в комментариях. Я пока ничего не буду делать. Просто хотелось бы узнать, что для этого требуется. Наверное, гемы или еще что-нибудь. Какое-нибудь название нормально, ребят, напишите. И я попробую уже. Так, и опять же у нас идет с тобой прокачка. Фиг там у нас, а не прокачка. Ничего пока не можем сделать. Сундук тут прыгает уже довольный. Давай-ка посмотрим. Так, ага. Металлолом, да? Бесплатно. Окей. Бесплатно получили металлолом. Только я могу Ирму прокачать. Я не буду тратить сейчас в данный момент мутаген. Блин, опять слышно, ну, тут уже 20-й, этот, 20-й бой, да, можно так сказать. Твою ж налево.
Ну, так, а это вражеские же, да? Ё-моё, ты посмотри, как они хитро встали. А почему они так могут, а я вот не могу так выставлять? Ну, тут хорошо, тут Бибопчик подключился. Я думал, что Рафаэль будет один драться. Тяжело разбирается. Ой, как тяжело он разбирается, друзья. Донателло опять погибнет. Угу, уже погиб. Так, этого кланфутовца завалили. Остаются Бибоп и вот этот кланфутовец. Слушай, ну мы победим. Мы должны, мы обязаны выиграть здесь. Да, и остается только Ирма опять в живых. И то благодаря тому, что она, ребята, имеет дальний, как говорится, обстрел и стоит вдалеке. Потому что когда Бибоп бросает свою гранату, у него массовая атака. Но Ирма стоит далеко, то есть вне зоны взрыва. Поэтому она и выживает. Так, ну что, здесь опять же, ребят, на тысячу мощей враг меня опережает. Ты видишь, что здесь кожеголовый, слэш и три кланфутовца. И, блин, надо Донателло убирать куда-то, я не знаю, на задний ряд. Потому что, ну, он, ребят, сам первый погибает из всей нашей команды. Неужели он такой ватный? Ну, получается так, видишь, опять он... Ох, тут и Бибопчик у нас. Тихо, тихо, тихо. Так, уже голового минус. Блин, тут все-таки слэш очень много чего решает. Ты видишь, что он делает со своей вот этой вот паршивой вертушкой. Со своей. Вот сейчас опять сделает ее, да? И, наверное, Леонардо у меня погибнет. Ирма, давай, глуши его. Есть контакт. Вот так вот, ребятулечки. Моя команда здесь орудует. Так, здесь банка консервная плюс Бакстер. Ну, попробуем. Попробуем. Опять же тебе скажу, что на 1000 мощей вражеская команда меня опережает. То есть это серьезная заявка. Дони, ага, в стане находится. Видишь, нога. То есть он не может двигаться. Так, тихо. Минус. Бибопчик мы с тобой запинали. Обожаю Рафаэля. Вот его вот этим проникающим ударом через толпы врагов. И, как ты видишь, победа здесь за нами. Опять же потеряли Донателло. Какой-то он невезучий у меня. Ёлки-палки, уже босс сейчас будет. Ну, Лео, давай. Твою же налево, блин, 44 уровень только лишь. 44-й. Ну чё, поехали. А, нет, нам еще бой надо сделать. А потом уже будет босс. И что-то мне подсказывает, что мы там и сдуемся с тобой. Блин, хотел же Донателло поменять местами. Ё-моё, я опять забыл. А с другой стороны, давай подумаем, на кого его поменять-то? Я вообще не знаю. Может быть, есть только на Бибопа? Так Бибоп там и так на себя берет львиную долю дамага, потому что он стоит в первом ряду. Так, опять звонят. Как всегда, все вовремя, да, у нас происходит? Как всегда. И из-за этого я еще сейчас и сфейлюсь, блин, тут. Не, ну тут Ирма вряд ли, конечно, одна справится. Хотя... Нет. Твою же налево, а. Твою же дивизию. Так, ладно, давай подумаем. Давай подумаем хорошенько, что мы можем с тобой здесь сделать. Как можем провернуть это дельце? Дони, так. Что если я сделаю вот таким вот образом? Поехали. Поехали. Блин, сейчас Леонардо будет первым, да, у меня погибать? Хотя... Не факт. Отлично. Так, Рафаэль, да, взял инициативу, да? Бибопчик на себя. Вот сейчас Лео, кстати, может хорошо зайти. Видишь, со спины бомбит, критует. Ну, совсем, ребят, другое дело. Стоило только поменять. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, а как? Ну, Ирма... Твою же налево, вытянула, прикинь, вытянула всю нашу битву. Ирма молодец, Ирма просто красавица. Я думаю, что ты со мной согласишься. Но вот дальше-то что нас будет ждать, я боюсь представить. Я просто боюсь представить, потому что сейчас будет такой разнос. Ирму, может быть, качнуть. Но тут один уровень, что он сделает? Да ничего он не решит. Ничего он тут не решит, ладно. Попробуем победить слэша. Не знаю, как у нас это выйдет. Твою ж налево. Слэш-псих.
И с этим ничего не поделаешь. А, тут еще и кожеголовый со своим капканом. Ну, вообще замечательно. Так, Лео вступил в схватку. Слушай. Блин, я думал, что мы бомбим так с тобой слэша. На самом деле, нифига, там кто-то другой попался. Это, видимо, клан Футовец. Ирма, Ирма, Ирма. Ай-яй-яй. Ее сейчас уничтожат, ребята. А она мне нужна. Да блин, да ты со своими ловушками достал уже. Ну серьезно тебе говорю. Кужеголовый просто бросает там капканы, я видел. Давай, давай, давай. Оу-оу. Ты видишь, что делают его массовые атаки? Тут даже Леонардо нам не поможет, хотя... Нет, не помогает. Очень мощный. Очень мощные атаки у него. И как ты видишь... Ну смотри, видишь? Мы супер ударом сколько отнимаем у него здоровья. Не вытягиваем, к сожалению. Не вытягиваем. Хотя Леонардо очень-очень сильно старается. Но никак. Я бы не сказал, что там чуть-чуть не хватило. Там прилично еще у него здоровье осталось. А если мы с тобой сделаем, знаешь что? Кожеголового поставим вместо... Вместо Донателло. Фигня, да, получается, вместо Донателло? 525 мощей против, извини меня, 662. Но... Блин, у нас тут еще, видишь... Бейсбольный вот этот вот мяч. Шокер, да? Так, а у... А, вот, у него удар хвостом есть. Слушай, ну давай попробуем. В мощах мы, конечно, потеряем с тобой по мощам. Но, возможно, по скиллам выиграем. Посмотрим. Так, сейчас мы заменим с тобой просто-напросто Донателло на Кожеголового. И просто посмотрим, как пойдут дела. Может быть, его ловушка все-таки нам здесь пригодится. Блин, как он достал своей массовой атакой вот это, вот терпеть не могу ее. Ну, Ирма бедная там, блин. Видишь, Ирме еще приходится переключаться на то, чтобы помочь нашим солдатам. Ой, солдатам, нашим черепашкам. Видишь, и он ее ушатал, пока она отвлекалась. Ну, я тебе скажу другое. Здесь, ребят, мы с вами Кожеголового уже забомбили. Если Кожеголовый наш сейчас будет станить его, возможно, возможно мы пройдем. Если он будет бросать ловушку. А он бросил, ребята. Блин, а у нас нет основного дамагера, это Леонардо. Основной дамагер, то есть ты понимаешь, что Бибоп и Рафаэль, они не вытянут. Хотя у Рафаэля есть броня, но нет. По атаке-то он слабый. Видишь, по атаке он слабый. Он, конечно, делает свой пронзающий удар. Нет, 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 нет. Не получится, не получится. Ну, видел, как он сейчас комбинацию залепил. Против него очень тяжело было как-то устоять, а тем более Рафаэлю. Леонардо очень быстро отдупился. Очень быстро погиб Лео. Так, ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этом, наверное, мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!